струна. Живая струна. Живая струна с Ксенией Стриж. Всем привет, всем доброго пятничного вечерочка. Сегодня ехал на работу, все такие идут на таких весенних щах уже. Но на самом деле-то это лжевесна, на самом деле-то февраль на дворе. Но в любом случае весна-то придет, мы ее дождемся. Все непременно придет. Мирослав Южный сегодня. А как нас сегодня мало, хорошо, да? Да. Мирослав, да я, да Женька, да Машка. В узком составе, да с каким артистом. Да с каким артистом, который нам подарит прекрасные... Концерт живой, самый что есть. Музыкант, поэт, автор, исполнитель Дмитрий Хмелев. Здравствуйте все. Привет. Рад вас видеть. Как всегда. В добром здравии. Да, я тоже сам могу тебе сказать. Как всегда, 888 гитар и один человек. Две почему? Да, ну всегда, да, две. Всегда в хорошем настроении, в прекрасной форме. И всегда, обязательно с какой-нибудь новиночкой, с которой наверняка ты начнешь, да? Точно. Песня называется «Гори». Земля корчится, брюхо вспорото. Сколько влезет в нас убогих еще нефти, золота. Только нелюди, выродки могут наживы ради. Каждый лист кричит в тайге, хватит, хватит. Что оставим мы после себя на этой планете? Где своих детей будут растить наши дети? Этих мыслей, чувств беспощадный вихрь. И только падает снег. И так красиво, так тихо. Кровью пусть умылись сердце и лицо, все предельно просто на краю. Но прольется милость, и в конце концов с губ моих слетит «благодарю». Пылай, гори этим священным. Священным огнем любви гори.
гори. А Дмитрий Хмелев в «Живой стране», если вы только что к нам присоединились. Дим, ну, казалось, ну, вот уже как-то я все уже... Уже все знаю, все твои возможности. Все да не все, ты так сидела задумавшись. Нет, дело в том, что, ну, ты, наверное, заметил, ты как-то вот, мне кажется, да, Дим, ты приближаешься, я не знаю, сознательно или подсознательно, к какому-то такой драматургии, что-то типа моно, там, я не знаю, спектакля, потому что это не песня вот как в чистом виде, да, это какой-то такой жанр, наверное, я не знаю, вот в этом жанре, наверное, вот Камбурова работает. Маленькое кино. Ну, и кино, вот, наверное, и кино, это как или фильм такой или... для меня, песня. Да, да, что, в принципе, напрашивается какая-то такая программа, когда стихи, песня, там, что-то еще, что, может быть, какой-то видеоряд. То есть это должна быть какая-то такая единая... Это мое, да, такое желание, мечта. Я очень хочу, чтобы и визуально еще это, и смысловая нагрузка, и визуально, и слуховая. Чтобы и... одно из другого происходило. Да, чтобы человека погрузить вот в то, что ты хочешь донести. Pink Floyd, Time. Точно. Вот. Да? А у меня ощущение ретроспективы такой, когда Дима поет. Вся жизнь прям пролетает перед глазами. Вот я сейчас показал вещь, которая есть вот такой вот категории песни, вот сюда, то есть выстроить концерт. Не то, что он будет разный, а вот в таком ключе. То есть о наболевшем, то, что сейчас происходит, то, что волнует каждого из нас. Мне показалось, или какие-то новые примочки у тебя для гитары, когда ты начинал вот играть, многие, если вы не можете нас видеть, а нас можно смотреть, но мало ли у вас, может быть, обстоятельства. Нет, у меня все то же самое, просто под каждую вещь свой звук. Вообще. Просто могут подумать, что там что-то записано, а ты там на гитаре подыгрываешь. Это все он играет сам. У него много разных педалей, и он практически... Живаго чистейшей воды. Да, помощники мои, да. Да, помощники, все такое. Так, 24 февраля у тебя концерт. Рассказывай. Магнус Локус. Приглашаю всех, дорогие друзья, всех выживших, всех живых, настоящих. Приглашаю на свой концерт. Магнус Локус, 20.00. Город Москва. Да, где-то на проспекте Мира здесь. Замечательный клуб. К Сухаревке там потрясающий, ближе посмотреть. Потрясающий звук. Я был там, слушал людей. Прекрасно. Мне кажется, это лучшая, наверное, сейчас, площадка. Они сейчас, мне кажется, вот, ну, если не скажу в совершенной форме самые, но одни из лучших по... Ну, топовые. Да. Это очень классно. Безумно рада за... Ну, я не знаю, как это назвать. Это же малый бизнес все-таки, да? Да. Вот как хоть кто-то процветает и выстаивает вот в эту непростую годину. Всех живых, выживших. Да, поэтому... И главное, не выгоревших, потому что сейчас время выгорания, к сожалению. Внутреннего выгорания у людей. Это самое неприятное, что только может быть. Вот я настрою гитары и предлагаю настроить всем свои души. Все на чистоту, на одну со мной. И я... А мы готовы. С удовольствием спою для вас. Следующая песня «Люди говорят» называется, да? Падала навеки с небес вода путнику заблудшему, вклеивала память за листом лист дни календаря. Ничто не делается всегда, делается к лучшему. Люди говорят, в жизни что не делается всегда, делается к лучшему. Люди говорят, боги не в ответе за твой бардак и не повторяются. Какие двери стучать теперь, бить в колокола? Я бы позабыл тебя навсегда, но не получается. Сердце пополам. Я бы позабыл тебя навсегда, но не получается. Сердце пополам. Никуда, никуда, никуда мне не деться от этого.
Эта боль будто здесь и жила, я совсем к ней привык. Холода, 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 океан беспросветного вязнет крик, сердце крик. Лето расстилало ковер живой с ягодами красными, и для нас счастливых играла джаз медная труба. Шли с тобой дорогой мы одной, а теперь вот разными. Видно, не судьба, видно, не судьба. Шли с тобой дорогой мы одной, а теперь вот разными. Видно, не судьба, видно, не судьба. Никуда, никуда, никуда мне не деться от этого. Эта боль будто здесь и жила, я совсем к ней привык. Холода, 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 океан беспросветного вязнет крик, сердце крик. Дмитрий Хмелев дарит нам сегодня свое живое выступление. И вот та труба, которая была в конце. Это губы Дмитрия Хмелева. Это не... Это не губы, это голос на самом деле. Голос? Я пою. Я пою. Дима, как ты это делаешь? Ну, где ты такому научился? Но через губы же все равно ты как-то... А куда ты подаешь звук вот этот вот? Это просто вот такой... Ну, где... Какие-то чудеса творятся, ей-богу. Я как раз хотела, вот, не знаю про эту трубу. Замечательный гитарист Рауль Медон, черный, очень люблю его. Я когда впервые услышал его... Я хотел спросить. Сражен просто вообще. Это ты у него посмотрел? Ну, я раньше у Дольского это видел, но как делает Рауль Медон, это меня просто срубило и покорило. А Дольский так делал? Делал так. Серьезно? Да. А как долго этому нужно учиться? Вот сколько тебе времени? Ну, я просто пел, я же пою, я практикую, делаю упражнения и попробовал просто... Я сначала думал, что он так выдувает, мне это показалось. Да, вот я тоже думала. Но это не так, это голос. Это голос. Но здесь просто придаешь форму. Да. А тут еще лицо надо иметь. Ну, надо и держать. Но Ксюша этот трюк знала, я судорожно начал трубача искать. Думаю, где он здесь, то ли под столом? Не, я слышала, потому что... Ну, тут дыхание, нужно просто мудро расходовать воздух. Вот и все. Аккуратно. Круто. Я вот так вот смотрю, у меня был вопрос, ну, в общем-то, я его, наверное, и... задам, что ты вот специально ни в ком вообще не нуждаешься, ты сам себе все. Ну, у тебя же, по-моему, даже если я не ошибаюсь, у тебя, по-моему, директор ты не толком, ты, по-моему, сам вот открыт. Мне моя супруга помогает. Правильно, все в семью, я из-за этого сама такая. Никого нет, я не в том, не в плане, что мне никто не нужен, просто так как-то вот складывается. Сейчас очень непросто даже вдвоем так куда-то выехать, там, если кто-то тебе помогает. Это правда. То есть это перелет, это гостиница и все такое. То есть то, что сейчас происходит, это вообще же это кошмар. Половина там в масках и так далее. Ну, вся вот это вот, все, что сейчас, это кошмар этот весь, это как это все, я не представляю. Вот так. Вот жизнь вот меня наградила тут всякими примочками. Да. Да, и я вот стараюсь воспроизвести. Конечно, я хочу, очень мне безумно хочется бэнд. Вот. Но я не думаю, что он везде будет уместен в моих песнях там, но хочется просто. Хочется. А мы слушаем следующую песню. Песня называется «Рождение».
песней пролилось в жизнь мою. Нарекали мы именем новую судьбу с милою. За мгновенья до сентября, за минуты до осени, жизнь ворвалась в жизнь нотой ля. Счастье для нее просим мы, будет и хмурым день, и ясным, будет и радость, и печаль. Пусть в твоем сердце жизнь прекрасна, будет звучать, будет звучать. Пусть в твоем сердце жизнь прекрасна, будет звучать, будет звучать. А пока глаза щурятся, не поймут никак, что за мир, дом, какая-то улица. В настоящее окнами вновь спешит звезда, радуя пожелтевший клен с вербою. Сколько их для нас падало, а вот для тебя первая. Сколько их для нас падало, а вот для тебя первая. Будет и хмурым день, и ясным, будет и радость, и печаль. Пусть в твоем сердце жизнь прекрасна, будет звучать, будет звучать. Пусть в твоем сердце прекрасно будет звучать, будет звучать. Небо наяву синее песней пролилось в жизнь мою. Нарекали мы именем новую судьбу с милою. Новую судьбу с милою. Заболел, заболел тобой, как музыкой поэт. Заболел, заболел тобою, веришь или нет. Не жалею о случившемся ничуть. Заболел я и лечиться не хочу. И скрывать нету сил, я как в омут тебя с головой. В твоем городе зима белым-бело, и до слез колдует вьюга за стеклом. В одиноком такси по проспектам ночным за тобой, за тобой. Ради Бога, открывайте двери. Нос пока не превратился в сливу. В этом доме ждут меня и верят. Я могу назвать себя счастливым. Радуюсь, когда февраль на троне. Еле каждый день меняют платья. Подскользнемся на его ладони и друг другу упадем в объятья. Заболел, заболел тобой, как голос тишиной. Заболел, и порвали тучу крылья за спиной.
жизни, а не на час. Дед Мороз выводит на стекле, встречай. Сломан лифт, как назло, и консьержка седьмой видит сон. Как бы мне хотелось, заглянув в глаза, через много-много лет тебе сказать: нам с тобой повезло, наши души звучат в унисон, в унисон. Ради Бога, открывайте двери. Нос пока не превратился в сливу. В этом доме ждут меня и верят. Я могу назвать себя счастливым. Радуюсь, когда февраль на троне. Еле каждый день меняют платья. Подскользнемся на его ладони и друг другу упадем в объятья. Радуюсь, когда февраль на троне. Еле каждый день меняют платья. Подскользнемся на его ладони и друг другу упадем в объятья. Подскользнемся на его ладони и друг другу упадем в объятья. Заболел. Живая струна. Дмитрий Хмелев в студии дарит нам свое живое выступление. Это я говорю специально для тех, кто только что к нам присоединился. Нас можно не только слушать, но и смотреть. Поверьте, это очень интересно. И пока у нас была такая там пауза, несколько выше уже. Дим, ты поменял гитару. Да. И вот для особо одаренных, как я, у которых на ушах по два медведя, вот в чем? Это более дворовая, что ли, гитара для по стилю? Или почему? Или нет, меньше они, тут примочек? Они просто настроены у меня по-разному. Это строй стандартный, испанский, а это строй соль-мажор, на котором играет Александр Яковлевич Розенбаум у нас. Вот, я говорю, сразу повеяло Александром Яковлевичем, я поэтому назвала так по-своему, по-простецки, более дворовый со старой. И песня такая более, ну, разбитная. И, может, и еще один... Сейчас же февраль, поэтому зимняя такая, да, я думаю, чтобы спеть. Еще один дебилоидный вопрос, можно, да? Такой, ну, может быть, это кому-то, кроме меня, тоже интересно. Вот есть же песни «Запев-припев», «Запев-припев». Да. Есть песни повествовательные, как история, то есть ничего не повторяется, а просто вот идет. Таких песен достаточно у тебя и тех, и других. Вот очень много повествовательных как раз у Высоцкого, да? Да. У того же Розенбаума, да, о котором мы сейчас только что говорили. Ну, беспрепевных вот. Вы этими имеете в виду. Беспрепевных, да, идет как история повествования, и дальше развивается, никаких повторений, ничего. Угу. Хором никто не поет, не видно ничьих рук. Ну, вот это вот. Да. Что сложнее, над чем работать? Мне кажется, что высший пилотаж – это как раз беспрепевная песня, нет? Или я... Вот я тебя просто как автора, я же не пишу, но как человек, я не который, могу так сказать. Как благодарный слушатель. Не могу так сказать. Однозначного нет у меня ответа на этот вопрос. И так сложно, и так просто бывает. Бывает очень легко как-то вот дается. Бывает, несмотря на то, что потом вы слышите, люди слышат песню, как все как-то так складно все. Но на самом деле писалось это все... Но согласись, как, конечно, но все-таки больше процентов, чтобы песня стала хитом, это, конечно... Ну, припев, конечно. С припевом, ну, песня, да. Да, потому что так, даже если она новая песня, на второй раз уже... Как раз вот припев и попадает просто в твою голову. Просто дело в том, что когда... Вот, ну, бывает зачастую, что ты не знаешь, чем закончится. Для меня тоже это интересно. Бывает, что четко ты знаешь, у тебя все уже спектакль в голове, все уже ты отыграли, ты знаешь, чем... Да, главное вовремя остановиться, есть такие песни. А тут просто ты не знаешь, чем, что будет с главным героем, там, если таковой есть в песне. Ну вот мне кажется, как раз жанровая песня, она, мне кажется, такая должна быть. Это какая-то такая история. Ну, повествовательная. Да, повествовательная, не все-таки припев. Ну как вот у Владимира Семеновича Высоцкого? Автобиографическая. Это же вообще там сколько, это там, что? Баллада о детстве. Там, вот, ну это там... есть автобиография, но она, кто ее называет, да. Баллада о детстве, кто да. Автобиографическая там, да. Час за часть, я помню. Да. Там же просто неизвестно, когда все это закончится. И закончится ли вообще. И там целая кинолента вообще проходит. Да. Ну, тут вообще, тут нельзя... Я вчера, вот ночь у меня такая была, я вчера слушал Башлачева.
вообще. И у него есть произведение Егоркина, по-моему, «Былина». Угу. Это просто какой-то вообще, это какой-то сюр, космос какой-то, взрыв вообще. Я вчера погрузился, такой спектакль для меня. У меня слов нет просто. Меня это перевернуло просто вчера. Настолько, ну это поэт настоящий там. И... На одном аккорде, по-моему, если я не ошибаюсь, она играется вообще. То есть там просто настроение идет, вот какой-то да. фон такой, как типа как колокольчиком просто, как молоточком каким-то. Но его вот так вот просто не послушаешь. Нет, нет. Но он погружает прямо. Да, она, надо она, в определенном она состоянии. Она минут на 10, наверное. Да, я да, просто да. такой вот, просто в такую, такая жесть. А есть какая-то песня на сегодняшний день, вот вообще песня, которую вот ты жалеешь, что не ты сочинил? Знаете, так бывает. Господи, это же так просто. Почему эту фразу не я придумал? Да, вот бывает. Ну, я так Почему? На скидку не скажу, но мне вот зачастую, вот, особенно касается советских песен, каких-то таких вот в то время написанных, думаю, насколько вот гениально, просто все. И нет, нет какой-то пошлости, нет. Я недавно выучил песню Георга Отца. Угу. Какую? Сейчас, на скидку так, сейчас скажу. Вот... растерялся. Ну ладно, вспомню. Я-то, если честно, песня? Между нами я одну только знаю. Нет, там это я просто вот переслушал вот. У него все, но вот это было. Мистер Икс. Нет, сейчас вспомню. Правда, я больше и не знаю. Забыл. Не надо. Пойдем по программе. Ну всему свое время. Настолько простота вот выражений, слов каких-то, они такие простые, но они настолько в десятку, они настолько в сердце попадают тебе. Просто, и думаешь, ну как вот, и прямо я чувствую, что сейчас вот такая строчка будет. Я в этом смысле, конечно, в восхищении от Исаака Дунаевского. Это вообще просто, мне кажется, я каждый раз, когда слушаю, думаю, боже мой, ну почему это не я-то сделала? Ну это же так просто, ну это же просто, ну вот элементарно, что стихи, что музыка, ага. Вот так вот. Есть такие песни, когда мне люди говорят, я сейчас знаю, какая будет строчка, вот, оно как будто тебе вот, как продиктовано. А есть, конечно, от ума, ты задумываешься, ты, то есть, ну, все равно не более такие сложные, может быть. И самое все, мне кажется, все гениальное, все просто, и оно как-то вот легко. Получается. Раз, и ты сам не знаешь, я как вообще это считаю, получается. Что по жизни все должно быть так вот. Я терпеть не могу, я считаю, нет смысла биться вообще в закрытые двери. Если это твое, оно должно само открываться и само но вот иногда, перед тобой. Но иногда надо побиться, чтобы оно потом легко полилось так. Надо посидеть несколько ночей, может, месяцев просто на дне. Для начала, не получается. Я считаю, достаточно просто встать с дивана. А когда само вот это начинается, вот этот сам поток, когда пошел, все, ты, он действительно, да, вот ты его сразу чувствуешь. Ну, поехали. Не пара. У нас следующая песня. Был такой ансамбль, кстати. Распался. Жаль. Там, где склон усыпан тюльпанами, трели наперебой укрывало утро туманами от недобрых глаз нас с тобой и тянулись к хлебному голосу лапы одинокой сосны. Ветер заплетал в твои волосы запахи лугов заливных. Ветер заплетал запахи лугов заливных. Пусть говорят все, что мы не пара, мы не пара, мы не пара. Где разыгралась метель седая, там вряд ли место есть для огня. Не думал я, да и ты не знала, ты не знала, ты не знала, что так случится, любовь земная соединит тебя и меня.
проснувшись в комнатных тапочках, крался за последней звездой, а любовь заботливой ласточкой в нашем сердце вила гнездо. В нашем сердце вила гнездо. Пусть говорят все, что мы не пара, мы не пара, мы не пара. Где разыгралась метель седая, там вряд ли место есть для огня. Не думал я, да и ты не знала, ты не знала, ты не знала, что так случится, любовь земная соединит тебя и меня. Не думал я, да и ты не знала, ты не знала, ты не знала, что так случится, любовь земная соединит тебя. Дмитрий Хмелев, и в данном случае в лучших традициях, не знаю, 70-х, 80-х, да? Такая какая-то, да, история? Навеяло? Навеяло, конечно. Все навевает. Оно все уже есть в природе. Ты просто через себя пропускаешь. Вот сложно же, наверное, вот... Учится же каждому изобрести велосипед, так, по большому счету. И не повторяться в этой жизни, и особенно в творческом. Я для себя так вот нашел. Главное вот о чем сказать. О чем сказать. Форма подтянется. Форма, в какой ты форме это делаешь. И 70-е совсем неплохая форма была. Очень. Это просто космос, что по сравнению с тем, что происходит. Я не хочу говорить о всех, но в общем, так сказать, да, что сейчас творится. Ну, все это... идет согласно времени. Вот в чем дело. Согласно времени. Любую но было бы странно, если бы для меня в 2022 году все пели как в 60-х, или в 70-х, или в 80-х. Ну, это странно тоже. Это тоже странно, но песню... Мы же русские люди, нам же мелодия нужна. Для меня лично вот очень важна мелодия. А мне кажется, наоборот, для русского человека текст очень важен. Нет, текст и мелодия, чтобы можно было песню насвистеть, напеть ее, запомнить. Допустим, так как Жданов говорил Шостаковичу. Как вот в свое время. Музыка – это то, что можно напевать. Конечно. Какая у вас музыка, Шостакович? У нас вот всегда звучал дома Юрий Михайлович Антонов. Да. Это вот любую песню бери, ее можно напеть, насвистеть, намычать, все что угодно. Ну да. Это потрясающе. А если еще там есть и содержание, это вообще счастье. Счастье. Преображение, так называется следующая песня. Кто-то спросит, что с тобой стало. Эх, слова бы подобрать мне бы. Просто стали зеленей травы. Голубее стало вдруг небо. Просто стали зеленей травы. Голубее стало вдруг небо. Под рубахой знать теперь мирно. Пусть порадуется мой пращур. Просто стало все вокруг дивно. Родниковая вода слаще. Просто стало все вокруг дивно, родниковая вода
слаще. Все, что так сбивало с ног, стихнет, замерцают в тишине звуки. Все, что высохло, как пить, вспыхнет, и гитара поплывет в руки. Все, что высохло, как пить, вспыхнет, и гитара поплывет в руки. Стало все родней, проще, и поют над головой кроны. Просто некуда спешить больше, просто я теперь везде дома. Просто некуда спешить больше, просто я теперь везде дома. Ой, вечерок у нас складывается прям как бабушкин пуховый платочек. Сидишь, завернулся в него, глинтвейн подтягиваешь, пятница, вечер, благодать. И все благодаря Дмитрию Хмелеву. Ты накинь, дорогая, на плечи оренбургский пуховый платок. Я не думаю, что песни только для бабушек. Почему? Нет, я говорю, бабушкин платочек. Такой же теплый, такой же прям. Я понимаю. Все благодаря тебе. Сделано с душой вот этими руками. Конечно, все неправильно понимаешь. Собираешь ли какой-нибудь новый альбом или нет? Он уже так. Есть у меня на бумаге. Нужно только вот начать. Записать? Да, записать его. Нужно ломануться. Как это называется сейчас? Краудфандинг или как это? Когда? Ой, я не знаю. Вот. Как это девочки, слово? Путаюсь я в этих всех новых непонятных словах. В общем, средства нужны, чтобы записать альбом. А, все, понятно. Да, поэтому... Надо проще как-то. Ну, мне просто сказали, ты ничего не знаешь, что такое краудфандинг, тебе надо просто спросить и у людей. Я говорю, я не знаю, я еще не заполнял там ничего, не знаю, как это делается. Буду вникать сейчас. Следующая песня. Запахло весной. Ну, как той песне, о которой подумали. Не бутылка. Слушатели радиошансон не имеет никакого. Правда, хочется уже весны. Ну, да. Уже такая вот и песенка такая будет. Запахло весной, с ума меня сводит серебряный звон капели в тиши. Но все, что со мной сейчас происходит, не больше, чем сон, не меньше, чем жизнь. Но все, что со мной сейчас происходит, не больше, чем сон, не меньше, чем жизнь. Мне кто-то сказал, а спорить не смею, мгновенья лови, молчание храня. Твои вот глаза молчать не умеют, в них столько любви и столько огня. Твои вот глаза молчать не умеют, в них столько любви и столько огня. Струною звеня все лучшее будешь. А что для души коптить или гореть? Ты любишь меня, я вижу, ты любишь. И хочется жить, и хочется петь. Ты любишь меня, я вижу, ты любишь. И хочется жить, и хочется петь.
о том, что твой мир так чуден и светел, о том, что и мне с тобой по пути, о том, что на всем белом свете такой не найти, такой не найти, о том, что на всем белом свете такой не найти, такой не найти. Запахло весной, с ума меня сводит серебряный звон капели в тиши. Но все, что со мной сейчас происходит, не больше, чем сон, не меньше, чем жизнь. Но все, что со мной сейчас происходит, не больше, чем сон, не меньше, чем жизнь. Живая струна, живая струна. Классный, четкий, звонкий Дмитрий Хмелев в программе «Живая струна». А сегодня просто огромное тебе спасибо. Классно, классно. Спасибо. Классно. Так, надо напомнить, что 24 февраля... 24 февраля. Клуб «Магнус Локус», город Москва. 20:00. Концерт. Концерт. Жду вас. С нетерпением, дорогие друзья. Даже те, ну, а те, кто сегодня просто открыл, ну, может быть, такое, да, для себя, твое имя, да, твою музыку, конечно же, нужно же прийти и послушать. Ну, здесь тоже вживую, но это все-таки радио. Когда сцена, когда энергетика. Там классный совсем... звук, потрясающий свет, замечательный, очень красивый клуб. Да? Приходите. Это здорово, это здорово. На этом месте я обычно прощаюсь. Желаю всем прекрасных выходных, не сложной недели. Прощаюсь до следующей пятницы на радио «Шансон». Будет пятница, будет живая струна, будет музыка, будет счастье нам всем. На этом я прощаюсь. Ну, а с тебя еще одна песня про любовь. Как родник в пустыне, как лучи в ненастье, там, где осень пишет письма февралю. Есть слова простые, и какое счастье говорить и слышать: я тебя люблю, я. Люблю. Этот мир устроен сложно, но красиво. В сотый раз на мысли я себя ловлю. Проклинал, не скрою, говорил спасибо. Сумасшедшей жизни я тебя люблю. Спасибо, сумасшедшей жизни я тебя люблю. Верю не напрасно, строю и мечтаю. И в вине кручины голос не топлю. И в твоих прекрасных я глаза читаю. Что бы ни случилось, я тебя люблю. И в твоих прекрасных я глаза читаю. Что бы ни случилось, я люблю.
можно спать спокойно. Солнце не остынет, хватит волн и места в море кораблю. Детской рукою сердце пишет имя на стене подъезда. Я тебя люблю. Детской рукою сердце пишет имя на стене подъезда. Я тебя люблю.